ускользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. У нас там алкаш на шамане отошел. Ну, вот он в центре. А, все, он тут, он тут. Зуба. Заходим. Сколько? 5 секунд. 5 секунд. Постоянно включен микрофон. За боссом сдвигаемся. Двигайтесь. Стоп, по боссу. Хулипал упал. Я сейчас был. Поднимаю хулипал. Стоп, да, Макс, и свет. Жаль. Ревностно ушел. Если свет будете дальше так продолжать, положите. Оттягивать. Босса не трогайте. Ну, раз, второй раз БР не хулипал. Видите? Побежали. Стоп. Пока трэш.
держите, то-то минуту до прожили. 60%. Видите, босс тоже вечно. Сильно в босса. 5 секунд босс. Патрон! Положили. Положили. Это без хэпала, да, так? Чё там произошло? Ну, чё, я его БР, но он через 2 секунды лёг. Всё, вайп, да? Да, да, давай, держите. А кто сейчас здесь спалил во тьме опять так красиво? Только два человека диспелят во тьме. В смысле два человека? Кто-то диспелил в середине, он не добежал. Это с ним, значит. А чего свет лёг? Ты во тьме умер. Так. Сейчас я скажу. А чего? Ну что опять, та же самая ситуация. Хилю танка только я, видимо. И весь рейд тоже, видимо, только я хилю. Вообще не чувствую, что кто-то хилит, честно. Ну хулипал упал, и все, нету прохила по танку. Меняйте его нахуй, блять, уже заебал он, честно. Согласен. Мы сколько тут вайпаемся, ну уже невозможно. Согласен с ней. Напоследок скажу, хулипал и еще некоторые, которые не знают. Шарики, которые летают, на момент активации лезвия, это 10 секунд, пульсируют темные энергии вокруг шарика на 15 метров. Это означает, что если вы зайдете в пульсацию, это равносильно урону от лезвия. Ты умер от пульсации, вынося метку, оказался в шарике. Когда вы носите метку во время лезвия, нужно двигаться между двумя шариками на краю уже купола. Погоди, что за шарики? Ты про что? Черные шарики. Ты шутишь, наверное. Да, расслабь. А куда осквернение уносить? Ну ты. Ну. Я просто говорю для тех людей, которые этого реально не видят, не знаю. Забей, чувак, как бы. Ну, все тут понимают, наверное, что это такое. Да Делорус, блин. Я говорил это паладину. Паладин, ты понял? Поставь пришли. Слышал, что я сказал? Пианист, ты тут? Да. Вы лучше скажите, кто здесь спелил. Вот это более важный момент. Даже если бы Пал не умер, мы бы вайпнулись, потому что здесь спелили в середине рейда, всех засосало во тьме. Может, это сказали, когда уже упал свет? Нет? Нет. Там это уже вайп был практически. Нет, там тоже во тьме кто-то здесь спелил прям посередине. Либо сам себя это сделал. Либо кто-то, и я не думаю, что это кто-то сделал. Ну, написал, что кто-то его диспелил, выносил приз. У Лока, у Африка может на собаке включаться вот эта да, херня. Да блин, вы что думаете, Африки такие тупые, всем уже объяснили. Талим выключил, остальные никто не диспелил автоматом и не мог. Ну друид это диспелить не может. Белбрилли, я уверена, что это не он. Я это не диспелил. Тогда возникает вопрос, кто? Бриди, я не диспелил. Но один и раз я диспелил, там было тяжко, потому что справа была лужа, слева должно было лезвие, я чудом оттуда вообще убежал. Возникает вопрос, кто это сделал? Друид может диспелить снятием проклятия. Мы долго будем так ГП получать? Уже невозможно. Манить. Вот у меня есть в рекаунте цели рассеивания и есть просто рассеивание. И у меня вот опять пишет бигбагу два раза. Что у меня с рекаунтом, я не знаю. Ты что, на меня зуб что ли точишь или что? Нет. Либо, ну-ка на пульт на него. Это полный отчет, так где-то это там диспалил, включился. Но в рассеивании ты есть. Не знаю, что у тебя там диспелит. Очень плохо, что не показывается, кто диспелил во тьме, а кто в свете. А, Шагром, это кто? Это я диспелил, я выносил на край первую метку, сам себя диспелил. Ну, Пета, посмотрите у Лока, Шагром, наверное, называется. Да, это Пет мой. Талин, офигенно. Да?
Пеннитальон. Книжки проверь, чтобы эта фигня не крутилась в квадратике. Хорошо, брат, я проверю. Тихо. Пусть бафы дайте. Рыбу поставил. Ну все, давай, ман. Согласен, кстати. Нужно больше ярости. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. За боссом тогда перебираешь. Освещал? Нет. А народ поди. Небеса в огне. Ты садись, Павел. Да, сейчас. Да, нет, 50 секунд. Заходишь. Так, давай зуба. Заходите. 15 секунд. Бля. Ну нормально. 5 секунд. Стойте на месте. Куда вы выходите, блядь? Ладно. Промолчу. Кто первый? Кто первый босса сорвал? Кто там первый босс сорвал? Интересно, разве энхи могут сорвать агро? Ты я такого никогда не слышал. Повторяю, для дамагеров. Что происходит, когда танк заходит во тьму? Он заходит во тьму, босс отходит от него к краю, сразу. Но он держится на одном таунте и на одном ударе. Он его ставит и объявляет вам: заходите, для того, чтобы все
и дамагеры, и хилы успели зайти и сориентироваться, поставить между лезвиями. Не для того, чтобы дамажить. Еще раз повторяю, не для того, чтобы дамажить. Зроги заходят сразу на пул. До первого лезвия можно вообще не бить. Босс держится на одном-двух ударах. Все. Там танк под зубами заходит просто-напросто. Ты заходишь, сразу тычку кританула, все, он на тебе. СС раздайте по хилам. У меня КД АПЛ дал. Так, ребят, все напряглись, там Лем ультиматум поставил. Узреть начало эры разрушения. Такое чувство. Ирс, ты тут? Тупо траем. Потом Кирсон бежит на месте, ничего не хочу сказать. А все вроде. Тотем на РТД хаснет. Тебе ничего не поможет. Заходим. 15 секунд. Пять секунд. Назад немножко. К нам беги быстрее. Саму. К нам. Вперед не неси. Стоп.
Стоп, 3%. Шар, осторожно. Ясно. Прыжок в окно, нахер. Народ БРК. Свет, стоп. Скажет, когда им можно зайти. Стоп, идти по боссу. Трэш пока. Можете босса увезти. Стоп по боссу. Пробуйте. 30, давайте. Что по боссу, свет, вообще прозрачность. Убивай. Теперь трэш только. 50% хоть кто-то подбивается. Мне дайте. Бежим. Не трогайте свет босса. Трэш пока. Давай босса. Сильно босса. Стопать все равно придется. Стопайте уже. Не надо стопать. 50%. Сейчас 30 будет. Ну посмотрите, как прыжки есть. 50 бьем тогда все. Не надо стопать. 30. Аккуратнее не надо. Не раздох. Вот это была под конец подстава. Да пипец, а чё по-моему? Что там случилось, я так и не понял. Боже мой, мы перебегаем. Секунду, тишину, пожалуйста. Я просто телепорт нажал раньше времени. Я добежал до края и нажал телепорт раньше того, как меня здесь стоит. Бывает. Это Делорус? Да. Делорус. Так. Ну чё, ГЦ? Какой нахрен ГЦ, плакать охота? Вспоминается мультик с БК-контента, когда Лидан взлетает на своих крыльях и говорит: «Вы не готовы!» Какой нахрен Окугер? Пошли вы, сука.
Также БТ откроет, и будет он нам говорить. Вы так, не... подожди, я вроде на офспик нажимал. Не дезморальтесь так, чего ж вы. Бывали, когда мы с первого пула за 15 минут проносили. Но не 3 часа, что ли? Я не ту кнопку нажал. Тут просто состав поменялся, и поэтому такие фейлы. Зато на второй фазе. Я думаю, хилы на второй фазе заметили, когда пуси поменялись. Ну, конечно, там... Там и маны сразу стало хватать, правда, нам и ретрика добавили, но все-таки. Смотри, сейчас в рейде. Раз, два. Я больше с этим паладином не пойду в рейд, можете меня не брать. 6, 7. 7 человек, ну, как бы не с основного состава. 7 человек новых. Я тебе паладина захотел сразу. Это сейчас в рейде. Мы что, сейчас все или обычку идем? Паладин, ну... Я заебался. Бычка? Да. Обыча больше не ходит. Алло, ГП только сними. Кстати, тех мобов напулил я. Спасибо. Серьезно? Да. Снимите тогда срок хоть. Я уже смирился. Какое я снимать за... ГП? Вы столько раз траете. Я за тапки говорю. Он за тапки. Какие нахер? Я вообще ни одного косяка не сделал. Нет, оставьте ему ГП, оставьте, мы столько траили. Рогом двум снимите. Тогда не виноваты. Лёха, ты плюсанул, не минусанул. Получай еще. Кирс, ты же сказал, тебе в ДВшном рейде больше понравилось, чем у нас. Вот там тоже ГП сыпется, вот где. Краски Кирс-то хилит. А хэппал тут не хилит. Что-то будет? Я бы сейчас сказал что-нибудь про хила, но... Дайте сказать, пусть я, короче... Хочешь, могу показать. Среда. Завтра подвезут нерв, так что, скорее всего, среда. Нерв это чего? Зубов. Что-то еще будет? Нет, все, хватит. Мне хватило. У нас ничего не осталось. Сейчас, секунду.